В конце 2016 года в стране был запущен приоритетный проект «Чистая страна». В его рамках строительство заводов по сжиганию мусора, ликвидация свалок. Как решаются проблемы экологии, на днях Владимир Путин обсудил с главой Министерства природы Сергеем Донским. Он отметил, что в 2017 году было запущено 25 проектов в 13 регионах. Ликвидация старых полигонов, производственных мощностей – всего, что рассматривается как прошлый экологический ущерб. Один из таких объектов нашей республики – Пихтулинская свалка. Рекультивация свалки находится на особом контроле руководства республики и проходит под пристальным вниманием федеральных властей. Работы идут масштабные. Сейчас продолжается формирование тела свалки. Уложен геотекстиль и частично слой щебня. Для нас это важнейший проект. Правительство республики благодарно Министерству природы Российской Федерации, правительству Российской Федерации за то, что в план мероприятий «Года экологии» был наш проект включен. Сегодня все организационные вопросы на проекте решены, то есть есть экспертиза, есть контракт с исполнителем. Сегодня мы подтянулись в графике работы, и Сергей Геннадьевич сказал, что укладываемся в те сроки, которые обозначены контрактом. И субсидия, которая сегодня стоит у нас, это 113 миллионов рублей в полном объеме, это федеральная субсидия, должна быть использована в текущем году. Сегодня вместе со специалистами Минприроды Чувашии на объекте побывал директор Всероссийского научно-исследовательского института охраны окружающей среды «Экология» Сергей Фокин. Республика ответственно относится к решению одной из серьезнейших задач десятилетия, сказал Сергей Фокин. Работы идут по новым технологиям, что можно редко увидеть даже в мегаполисах. Свалка, которую мы сегодня посмотрели в рамках мониторинга, работы ведутся по графику в полном объеме. Мы надеемся, что в следующем году мы успешно завершим этот проект. И хотел бы сказать, что на следующий год у нас уже тоже есть. Не буду пока рекламировать, потому что это планы. Но есть еще несколько объектов в вашей республике, которые, я тоже надеюсь, получат свое, так сказать, завершение успешное. Галина Титарчук, Андрей Шоклев, Республика.